Как тот лучик в темноте, наши друзья снова порадовали волонтера просто замечательными подарками. Вчера мы в сельском мини-приюте Людмилы Чернецкой получили посылочки от наших друзей. Как всегда, подарки просто замечательные и очень нужные. От всей души хочет волонтер выразить огромную благодарность замечательным и отзывчивым людям. Пикиной Татьяне, Горячевой Марии, Шолохову Максиму и, соответственно, Евгении, и Худько Елене. Дорогие наши друзья, огромное вам спасибо за вашу неоценимую помощь. Мы живем сейчас в очень непростое для всех время. Порой бывает, не хочется даже просыпаться, чтобы не видеть всего ужаса. Бесконечные проблемы, беды не дают дышать. Но вы, как тот лучик в темноте, благодаря которому мы идем вперед вопреки всем нашим несчастьям. Вы нас помните, переживаете вместе с нами за наших хвостиков. От всего сердца огромное вам спасибо за это.